Всем привет! Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королевы Мистики. Сегодня мы закажем на сайте Darknet проклятую игрушку и разрежем ее. И это будет проклятый коржик Экзе из мультфильма «Три кота». Погнали! А перед началом не забудь подписаться на мой канал, поставить лайк и сделать красную кнопку серой. И также написать комментарий, потому что самый топовый комментарий обязательно попадет в мое видео, как этот. Друзья, сегодня в 3 часа ночи мне привезут проклятого коржика Экзе. И мы вместе с вами получим эту посылку. Далее проведем обряд и третий раз разрежем третьего кота, коржика. Итак, друзья, только что мне принесли посылку из Даркнета, и это коржик Экзе. Ребята, сегодня и прямо сейчас мы с вами попробуем оживить эту проклятую игрушку. Потом попытаемся с ней поиграть в прятки, надеясь, что он никуда не денется, если же, конечно же, у нас получится его оживить. А дальше разрежем и посмотрим, что внутри этой проклятой игрушки. Погнали! Для обряда оживления нам обязательно понадобится доска для вызова духов, доска Уиджи. Вот она как выглядит. Подписчики, которые смотрят у меня уже давно, я уже лет 10 снимаю на канал и являюсь королевой мистики. Так что, друзья, эта доска реально мистическая и реально работает. Поэтому прямо сейчас при помощи этой доски мы попробуем призвать проклятого коржика Экзе. Коржик Экзе, приди в этот мир. Коржик Экзе, приди в этот мир. Коржик Экзе, приди в этот мир. Коржик Экзе, ты здесь? Коржик Экзе, здесь кто-нибудь есть? Доска начала писать. Отлично. Теперь мы уверены, что эта игрушка ожила. Как же мы проверим? Сейчас я попрошу эту игрушку дать какой-то знак того, что она живая прямо сейчас. Коржик Экзе, дай знак, ты жив? Друзья, вы видели? Коржик Экзе реально живой. Он двигал руками и ногами, и это выглядело жутко. Я думаю, что пора прекратить эксперимент. И сейчас мы разрежем коржика Экзе прямо в 3 часа ночи, чтобы уничтожить эту вуду-магию у вас на глазах, друзья. Погнали! Мы будем разрезать голову у коржика Экзе. Делать это нужно крайне аккуратно. Так, вроде бы пока все нормально. О, господи, что здесь? Кошмар! Ребята, вы должны это видеть. Что же там? Что же внутри? Посмотрите, а внутри этой игрушки как будто бы кровь. Но это не настоящая кровь. Посмотрите, и что-то торчит в голове. Ребята, это очень жутко. Я даже боюсь этого касаться. Давайте попробуем достать. Что же тут находится внутри? О боже, что это? Фу, какая мерзость. Что это, ребята? Сейчас я постараюсь показать вам поближе. Ребята, смотрим внимательно. Это какой-то амулет.
Он имеет круглую форму, а в середине какой-то коричневый камень. И он расчерчен как будто бы на какие-то звезды, как будто бы рисунок из многочисленных звезд. И весь этот амулет в крови. Давайте посмотрим, может быть, еще что-то есть внутри. Посмотрите, тут реально как будто бы кровь, но, по-моему, о боже, какая жесть! О, все, все в этой крови! Ужас какой-то! Хорошо, что она не настоящая, ребята, но, по-моему, внутри кожи Кэгзэ больше ничего нет. Что же означает этот амулет? И что будет происходить дальше? Может быть, мне стоит надеть этот амулет? Как вы думаете? Напишите в комментариях, для чего создатели сайта Darknet и создатели этой проклятой игрушки положили туда этот проклятый амулет. Ребята, я надеюсь, что вам понравилось это видео. А что будет дальше, обязательно смотрите в следующем видео. Не переключайтесь, с вами была Королева Мистики. Всем пока!